Добрый вечер и шалом алейхем, дорогие друзья. У нас сейчас такие хорошие дни между Рош ха-Шана, между Йом-Кипур и Суккот. Это самые счастливые дни. И в эти дни Тора сама говорит о том, что ни один от нас не грешит в эти дни. Мы с вами все в эти дни заняты только делать добрые дела. Тора написано, какой первый день, когда Всевышний начинает считать грехи, если появляется хешбон авонот, это первый день Суккот. В эти дни это счастливые дни. Я хочу начать вам с удивительной истории, которая я был свидетелем ее вчера. Вчера у нас в Киев, здесь вечером, мы праздновали хупа и свадьба молодой человек из общины. Когда я приехал в зал, где была торжество, меня остановил один незнакомый человек, и он английский говорящий, и он спрашивает у меня, я вижу, что здесь сегодня будет свадьба Шимон и Лея Фридман. Скажите мне, пожалуйста, Шимон Фридман случайно, его не зовут Шимон Шломо Фридман? Я говорю, да, его зовут Шимон Шломо. А он случайно не из города, из города Коростин? Я говорю, да, он из города Коростин. А что вам так важно? Он открывает свой телефон и показывает мне фотографию. От ровно от 7 лет назад. Сентябрь 2014 года. Он тогда посетил город Коростин. Он ехал туда молиться на могилу известный цадик из Виледник. И как раз в это время вчерашний жених вошел в союз Авраама Авину, ему тогда делили брит мила. И он участвовал в церемонии, и он даже подарил ему тфилин. И он говорит, я только что с аэропорта, я из Лондона прилетел. Мы едем в праздник Суккот, мы едем в город Коростин, чтобы быть рядом с могилой этого цадик из Виледник. Я остановился здесь, просто чтобы поужинать в кошерном ресторане. Я вижу свадьба, имя напоминается у меня, я когда-то был связан с этого человека. Я уже участвовал в один торжество в жизни этого человека. Я говорю, да, сегодня ты будешь участвовать в еще одно торжество, и важнейшее торжество и в жизни этого молодого человека. Когда человек войдет в брит мила, мы желаем, что как что он вошел в союз и в брит, так войдет в Тора и хупа и добрых дел. Я сказал этому человеку, зовут ему Ицхак Мейр Рапопорт, он из Лондона. Я ему говорю, вот ты был в его брит, теперь ты сопровождаешь, как он вошел в хупа, ты будешь дальше сопровождать его процветание в Тора, в добрых дел. Вот Бог тебе объявил, мы видим, написано в Тейлим, что шаги человек управляет Богом. Вот это самый яркий пример. Именно вчера, именно в это время, он должен был из аэропорт приехать прямо на это место, где была торжество, где была хупа. Семья Рапопорт в основном они коханим. Я его предоставил честь, благословлят, ברכת כהנים, благословение כהנים произносит во время торжества חופה. Я ему сказал, это особый заслуга, которую Всевышний сам дал тебя и направил тебя именно сегодня сюда, что ты мог этого делать. И он был, это было очень трогательное благословение כהנים, он כהן, и он этого произнес, он видел в руках, как Бог его направил именно на это время, на это место, на этой конкретной хупа, что он мог участвовать в торжестве, которое он начал 7 лет раньше. Я желаю нам всем, чтобы нас будут окружать такие хорошие случаи, чтобы каждый от нас увидел השגחה פרטית, как Всевышний ведет его в конкретной управление в каждой вещи, мы знаем, что все, что случается с нами, это все управляет Всевышним. Поэтому я уверен, что это хорошее начало для хорошего праздника, праздник времени нашей радости, как называется Суккот, который о нем мы сейчас поговорим в нашем уроке.
Вот мы готовим за праздник Суккот. Завтра вечером, пятница вечером, первый день праздник Суккот. В этом году, как и Рош ха-Шана, первый день Суккот в Шаббат. И поэтому лулав мы не будем трусить в первый день Суккот, только воскресенье, на второй день Суккот. Поскольку когда Суккот в Шаббат, нам нельзя трусить лулав. Но радоваться в Суккот и сесть и кушать трапезы, праздничные трапезы в Сукка, мы начинаем уже завтра вечером с Божьей помощью. И я хочу, что мы будем задать вопросы, я хочу предложить вам несколько вопросов, которые требуют нашего внимания. Мы должны их обязательно разбирать и понимать, что происходит в этот особый день праздник Суккот. Во-первых, что вдруг случилось? Давайте будем с вами анализировать наши еврейские праздники. Рош ха-Шана – это день творения первого человека. И поэтому это день, в этот день был первый суд над Адам. И дальше Всевышний решил, что это будет суд в каждый год, суд на вся творение мира в Рош ха-Шана. Йом Кипур написал нам Бог, что это день искупления грехов, как было в первый раз после греха Золотого Тельца. Праздник Ханука. Это историческая дата, 25-го кислев, тогда была победа над греки, поэтому мы начинаем праздновать Ханука именно 25-го кислева. Праздник Пурим, 14-го Адара, было чудо и победа над Хаман, поэтому когда мы празднуем Пурим, правильно, 14-го Адара. Праздник Шавуот, в нем было дарование Тора. А праздник Суккот, может быть, кто-то от вас знает о какой-то важной исторической событии, которая произошла с нашего народа в этой дате 15-го Тишрея, 3332 года тому назад? Если вы знаете, напишите. Я об этом не знаю. И поэтому я хочу, что мы должны этого понимать. Что случилось? Почему именно сейчас, в этой дате 15-го Тишрея, Тора выбирает эту дату, что в этот день мы будем делать большой праздник. И еще какой праздник? Время нашей радости. Ялкут Шимони, это важный медраш, Ялкут Шимони, он обращает наше внимание, что в Песах, в праздник Песах, великий праздник Песах, там в Тора не упоминается даже ни один раз о том, что надо радоваться в этот день, в этом празднике. Дальше праздник Шавуот. Праздник дарования Тора. Там упоминается всего ли один раз, что надо радоваться. «Ва-сита хаг шавуот» — это глава Эмори в книге Ваикра. «Ва-сита хаг шавуот ла-Ашем Элокеха» — будешь ты делать праздник шавуот для Бог всесильный твой. «Ва-самахта» — будешь радоваться в этот день. Когда мы говорим о праздник Суккот, Тора требует от нас не меньше, чем три раза радоваться в этот праздник. Один раз написано «Весамахта бехагеха» — ты должен радоваться в этом празднике. Дальше написано «Вехаита ах самех» — и ты будешь радоваться, только радоваться. И дальше написано «Усмахтем лифне Ашем Элокейхем шиват ямим» — радовайтесь перед Бог всесильный вас, ваш целый 7 дней. Мы смотрим в Рамбам. Рамбам выделяет огромное внимание именно к радости в эти 7 дней. Рамбам подробно нам рассказывает о праздник Симхат Бейт ха-Шоева, который был в храм. Какая там радость необыкновенная была. Как все танцевали. Как все мудрецы танцевали. Как они использовали инструменты. Они играли разных видов факелы, чтобы добавить в радость. А мы спрашиваем, что вдруг? В чем отличается Суккот от Песах? В чем отличается Суккот от Шавуот? Что мы говорим, когда надо радоваться, и когда время нашей радости, вот завтра вечером наступает праздник Суккот, время нашей радости. И вы знаете, время нашей радости, он наступает в моменту, как только женщины зажигают праздничные свечи, вступает праздник Суккот, уже в сила радоваться. Лулав вступает в сила,
Только с утра, и в этом году только на второй день праздник. А радоваться надо сразу. Это заповедь радоваться, которая, она не ограничена. Есть и в сука, этой заповеди, что если мы хотим кушать, тогда мы не можем кушать дома, мы должны войти в сука. А мы же не кушаем 24 часа в сутки подряд. Слава Богу, да? Но радоваться, мы должны радоваться 24 часа в сутки подряд, целые 7 дней суккот. Тогда в чем особенности в этот праздник, что Тора требует от нас столько много радоваться в этот праздник? И третий вопрос, я думаю, что он самый интересный. Почему сейчас? Еще не прошли даже 4 дня из Йом-Кипур. Праздник Суккот наступает в четвертый день после Йом-Кипур. Давайте посмотрим. У нас был такой период строгие дни, серьезные дни, даже строгие. Рош ха-Шана, 10 дней раскаяния. И самый серьезный, самый строгий день Йом-Кипур. И только заканчивается Йом-Кипур, и мы меняем фазу. Все меняется. Так быстро мы прыгаем. От строгое чувство, от серьезное настроение, так быстро мы прыгаем куда? К танце, к радости Суккот. Я вам еще больше скажу. Шулхан Арух. Есть интересный закон. Написано так. Что надо делать на исход Йом-Кипур? Пришли домой. Конечно, первая вещь, которую мы делали, мы накрыли стол на праздничную трапезу, что это важная трапеза. И делать на исход Йом-Кипур, макаем халев мед. Что надо сразу делать, как мы завершаем трапеза? Говорит Шулхан Арух, надо уже заниматься строительством сука. Или хотя бы договариваться о строительстве сука. Или хотя бы изучать законы сука. Я слышал когда-то, что наш ребе, Лубавичский ребе, первая вещь, которую он сделал, когда зашел домой после Йом-Кипур, он из книжного шкафа вынимал Мишнайот том сука и начал изучать законы сука. Вот так он начал готовиться к празднику Суккот. Так или иначе, но мы видим, что Суккот, он прямо связан с Йом-Кипур. Как закончился Йом-Кипур, сразу мы проходим к Суккот. В этот же вечер. Вроде бы они очень далекие один праздник из другой. Суккот – время нашей радости. Йом-Кипур – это время нашей строгости. Это две разные вещи. А почему тогда Суккот и время нашей радости сразу за Йом-Кипуром? Вроде бы, можно было это делать на отдельное время. Вот сейчас мы отходим от этой серьезной дни Рош ха-Шана и Йом-Кипур. А после этого проходит какое-то время и наступают радостные дни. Почему они так связаны друг с другом? Я предлагаю, что мы начнем вообще из суд заповеди сука. Это очень важно. Сука отличается от всей остальной заповеди. В Тора сказано, что мы должны сесть 7 дней в шалаше, «Лемаан ейдеу доротейхем», чтобы знали все ваши поколения. Слушайте слова, чтобы знали все ваши поколения. Ки басукот хошавти эт бене Исраэль. Что я посадил сынам Израиль, когда они вышли из Египет, я их посадил в шалаши. То есть, это не заповеди, которые мы можем, мы должны ее исполнять только ради технически, только технические исполнения. Но мы должны сопровождать технические исполнения и сосредоточиться, и сказать, мы сейчас зашли в сука, мы делаем кидуш, и мы будем кушать в сука, и мы должны думать, почему мы это делаем, чтобы запомнить эти шалаши, которые Бог посадил наши предки в пустыне Синай во время исхода из Египет. И так написано в Шулхан Арух, что мицват заповеди сука – это одна из единственных заповедей, которые надо там иметь кавана, надо сосредоточиться. Когда мы заходим в сука, исполняем заповеди сука, мы обязаны иметь в виду, что мы сейчас исполняем эту заповедь в
че спамят от чуда, которое делал Бог нашей предки во время исхода из Египет, что они там посадили в шалаши, когда они находились в пустыне Синай. Иначе написано в Шулхан Арух, говорит Бах, בית חדש, он был раввином в Львов, очень известный законный писатель, авторитетный законный писатель, он пишет, что если человек, когда сел в сука в первый ночь, когда он обязан кушать хлеб в сука, он не подумал об этом, он не сосредоточился в смысл этой заповеди, возможно, он не исполнял заповеди, настолько это важно. И поскольку это так важно, давайте попробуем сейчас уже готовиться к этому, сосредоточиться и пытаться понимать, о чем мы должны думать, когда мы зайдем завтра вечером исполнять этой красивой, радостной, великой заповеди. Тора нам говорит, что мы должны помнить и знать о чудо, как Всевышний посадил наши предки в шалаши. Наши предки, миллионы людей, мужчины, женщины и маленькие дети находятся, где они живут, в пустыне. Не самое идеальное место на жизнь. Днем жара, ночью очень холодно. Ночью такая тьма, темнота, ничего не видно. Много разных видов неприятных животных, которые могут принести, не дай Бог, ущерб такой или другой людям. Они не знают, куда идти, направо или налево, ветер, дождь или страшное солнце. Как они видели там 40 лет? Как выдержали они там 40 лет? Сказывает нам Тора, и Раши пишет это подробно, что были Бог предоставил нашей предке тогда 7 облаков. 7 облаков, облака, которые называются Ананей Кавод, облака Кавода. Облака почет. 7 облака, которые 7 облака, которые защищали их полностью. Они там находились и в какой-то как инкубатор. Они были полностью закрыты. 7 облаков. 4 облака, которые со всех 4 сторон света. Еще одна облака под ними. Еще одна облака вверх, как крыша. Это уже 6. Еще облака, которые ходили перед ними. И он был как путеводитель, как GPS, который показал дорогу. И ночью это была столба огня, который осветил вся территория. Так они были полностью защищены от дожди, от солнца, от врагов, от ветер. У них там эти 7 облаков создали самые идеальные условия на жизнь. Говорит мудрец Раби Элиезер в Мишна в том сука. Говорит Раби Элиезер, когда в Тора написано, что мы должны помнить о шалаши, который Бог строил наши предки, когда они находились в пустыне Синай, мы должны вспомнить о условиях жизни, какие они могли быть, находя в пустыне Синай, и какие они были, благодаря этой духовной шалаш, который Бог строил им из этих 7 облаков. И так, когда мы об этом вспомним, тогда будет понятно нам, что вот мы сейчас сидим в сука, и в честь этой чуда, великое чудо, как говорит Раби Элиезер в Мишна. Сделаем итог, по мнению Раби Элиезер, когда мы заходим в сука, и мы, как вы помните, мы обязаны сосредоточиться и в смысл этой заповеди, мы должны думать о нашей предке в пустыне Синай, и думать и вспомнить о чуда, которое было благодаря 7 облаков, которые Всевышний опустили, что они будут их окружать и закрыть, и эти облака создали для них идеальные условия на жизнь. И благодаря этого они выжили 40 лет в пустыне Синай. Об этом мы должны думать. Это мнение, одно мнение. Потом мы увидим, есть еще мнение Раби Акива. Но так говорит Раби Элиезер. Пойдем дальше. По мнению Раби Элиезер, тогда вопрос. Почему тогда в это время?
Если мы делим это в честь памяти одной из чудес, которые Бог делал нашей предки после исхода из Египет, давайте объединим обе праздники. Песах, в честь чего мы празднуем Песах? В честь чуда во время исхода из Египет, освобождения от египетского рабства. Давайте будем объединить. Сделаем пасхальную ночь, Лейла Седер, будем делить не дома, но в шалаш. А тогда у нас будет сразу, мы будем отмечать все, мы будем ставить память на все, на все, на все, на все чуды, которые были. Маца мы будем есть, и четыре бокала вино, и горки, и зелень, и все остальные вещи, и читаем пасхальные года в честь памяти о исходе из Египет. И мы будем это все делать под схах, в сука, в шалаш, и в честь памяти от чуда, которое было из сукот, из всем облаков, который Бог окружал нас во время нахождения в пустыне Синай. Этот вопрос действительно задает один из самых великих мудрецов, Раби Яков бен Ашер. Раби Яков бен Ашер, он известен его книга «Тур». Он написал книгу «Арбаа Турим», где там он один из первых, который писал и после Рамбама все законы Тора, как Шулхан Арух. И также Раби Яков бен Ашер, он написал комментарий на вся пять книжек Тора, называется «Баал Турим». Поэтому его называют Баал Турим. Раби Яков бен Ашер, он мы всегда даем всегда биографически информация об этой человек. Он вернулся в душа Всевышнего, он жил в Германии, но умер он в Джанова, в Италии, 677 лет тому назад. И он написал, как сказал, очень авторитетные основные книги. И он в книге Тур задает этот вопрос. Почему тогда праздник Суккот мы празднуем отдельно? Вот и более логично было праздновать Суккот вместе с Песахом. Почему мы должны праздновать Суккот отдельно? Говорит Тур, что это есть особый, особый, особый смысл. Если мы бы праздновали Суккот вместе с Песах, то есть в апреле, в месяц Нисан, в Израиле уже тогда очень приятная погода на улице. И наоборот, дома жарко, а на улице приятно. Сказали бы, что мы решили накрыть наши столы и 7 дней кушать именно на улице в эти шалаши, поскольку это нам комфортно, это нам удобно, это более комфортно, чем дома находиться. Но когда, и поэтому не будет видно, что мы это делаем ради исполнения заповедей Тора. Но когда мы это делаем в этот праздник, и в это время, в месяц Тишри, когда, что на всякий случай у нас в Украине уже холодно, в этом году. И не очень приятно с этой точки зрения находиться на улице. И все равно мы строим шалаши, и мы будем праздновать Суккот именно на шалаш. Это показывает о том, что у нас тут нет никакой посторонних интересов. Мы не сидим сейчас на сука ради наш комфорт. Наш комфорт сейчас при такая погода лучше дома сесть. Но мы это делаем, поскольку это заповеди Тора. Вот так говорит Раби Яков Баал Турим, и вроде бы у нас порядок. Мы знаем, что такое сука, как Раби Лезер говорит в честь памяти от чуда, которое было из семи облаков, которые создали нам приятные, идеальные условия на жизнь в пустыне Синай. И мы это делаем в это время по причине, чтобы было видно, что это именно по исполнению заповедей Тора и не наш личный комфорт. Наши мудрецы задают большой вопрос. Ребе упоминает этот вопрос и в 32-й том в Ликутей Сихот. Они задают две большие вопросы. Разве это единственное чудо, которое испытывали наши предки во время нахождения в пустыне Синай? Что они поели? 40 лет? Да, я знаю, что вы знаете. Ман. Небесный хлеб. Хлеб из небес, который они получали каждый день. Была когда-то в истории такая чудо? Может быть, кто-то знает, какой праздник был установлен и в честь памяти этой чуда, самой длинной чуда в истории еврейского народа. Она длилась 40 лет подряд, день за день. Какой праздник мы установили в честь памяти такой необыкновенной чуды? Нет. В чем заслужили 7 облаков, что ради этих 7 облаков мы будем сидеть в сука 7 дней, а в честь чуда без
Скажем так, без эти семь облаков мы уже не могли выжить в пустыне Синай. Но без хлеб максимум 3-4 дня, не больше. Значит, чудо с хлебом, чудо с маном, оно гораздо, гораздо более значительное, чем чудо с семь облаков. Почему тогда здесь у нас есть чудо, праздники в честь памяти этой чуда? А то, что касается хлеба, то, что касается мана, у нас нет ничего. Что с воды? У нас была колодец Мирьям. Колодец Мирьям, который напоил нам воды, тоже почти 40 лет. А кто оставил память на это чудо? Почему мы не делим никакой праздник в честь этой чуда? Надо понимать. Еще один практический вопрос. Если наша сука, которую мы строим, мы ее строим и в честь памяти, о шалаши, которые, эти духовные шалаш, семь облаков, которые построил Бог, которые поставил Бог вокруг нас во время нахождения в пустыне Синай, тогда как должна была выглядеть наша сука? Не четыре стены и крыша, и пол. Должны быть семь какие-то вещи. Семь, чтобы это и сука, память о чуде, он должен быть аналогичной то, что было в этой чуде. Знаете, что написано в Шулхан Арух? Минимальное количество стен, которые необходимо, чтобы сука читалась кошерной, это две целые стены и третий, и какой-то часть от третьей стены. Конечно, мы стараемся делать полностью, чтобы сука была как положено, чтобы сука не была на минимальный уровень, чтобы делать сука на высший уровень. Но в минимальный уровень исполнения заповеди сука достаточно всего лишь две с половиной, скажем, стен. Как такого может быть? Если там были семь облака, надо было, чтобы и в сука были какие-то семь элементы. Если нет эти семь элементов, может быть, есть какой-то еще момент. И это не только в рамках вспомнить этого. Говорит Ребе, Ребе обращает внимание на очень важные короткие слова, что Альтер Ребе, Раб Шниор Залман Ислали, пишет в своем Шулхан Арух. Он пишет о том, что мы должны делать схах, накрыть сука наша, схах, что будет много схах. И написано в Мишне, что будет много тен. Цилата меруба мехамата, что будет гораздо больше тен, чем солнце. Почему? Мы должны иметь в виду, что эта сука, сука мы ставим, чтобы она будет предоставить нам тен от солнца. Как было и в эти облаки, облаков кавод, которые были в пустыне Синай, что Всевышний их поставил, Всевышний их покрыл нас, чтобы они предоставили нам защита от солнца и от жара. Говорит Ребе в этом 32-й том в Ликутей Сихот, в этой особой беседе, и в эти слова Альтер Ребе отвечает на эти две вопросы. Суд ответ следующий. Семь облаков, не все семь облаков является причина, является той сука, о которой мы говорим. Нет. Семь облаков, те, которые были, те, которые предоставили нам защиту на первой необходимости на жизнь в пустыне Синай, это как хлеб ман, это как колодец Мирьям. На это мы не обращаем особое внимание. Знаете почему? Это настолько просто. Бог Израиль не покидает свой народ. А то, что Бог Израиль предоставит своего народа все необходимые условия на жизнь, а в этом даже вопросов нет. Это не новости. Это однозначно, что так он будет делать. И ради этого мы не создаем никакой особый праздник. Это входит и в рамках контракт обязательства
сторон, в рамках контракта между Бог и Израиль, между Богом и народом Израиля. И поэтому у нас нет никакой особый праздник ради ман. Да, мы ставим в шаббат леха мишне, две хале, это в честь памят ман. Но это не установлено как какой-то особый праздник ради ман. И тоже не ради колодец Мирьям. И тоже не ради из этих семь облаков. Две, три облаков били, четыре из них били ради защиты. В основная защита, защита жизни. Чтобы дикие звери не могли попасть среди людей. Что там не было там невыносимой холода, которую люди не могут выносить и так далее. Но три облака были ради удовольствия. Что значит, когда человек строит себе какой-то шатер, чтобы защитить себя от солнца? Это первая необходимость? Нет. Он может находиться под солнцем, ничего страшного не случится. Но легче, гораздо удобнее находиться не под солнцем, но под какой-то амбрелла, под какой-то зонтик, который покрывает тебя от солнца. То есть это уже не первая необходимость в жизни, это уже ради удовольствия. Мы празднуем Суккот, чтобы отметить и оставить особый фокус на особую любовь Всевышнему к народу Израиля. Всевышним не было достаточно предоставить нам только защиту и охрана от всех опасностей, которые могут нас окружать в пустыне. Он не успокоился, пока нам не было комфортно. Жить можно было, но не очень комфортно. Неприятно, когда солнце кипит над головой человека. Добавил Бог дополнительные три облака, чтобы предоставить нам и это удовольствие. Ради тень, что тень будет нас накрывать. И поэтому говорит Альтер-Ребе, сука в честь память облака, а на ней кавод. Облака почета, кавод это почет. Человек не может жить без хлеба, человек не может жить без еда. Но обычный человек и без почет может жить. Да, есть некоторые, которые без почет не могут жить. Но обычный человек, для него это не первая необходимость. Обратите внимание, в другом месте Ребе обращает внимание интересную вещь. Когда умерла Мирьям, сестра Моше и Аарон, и мы знаем, мы читаем את ההיסטוריה в глава שלח и в глава Пинхас, я не помню точно, в книга במדבר, мы читаем את ההיסטוריה, в глава בהעלותך, мы читаем את ההיסטוריה в книга במדבר, умерла Мирьям. И как умерла Мирьям, исчез колодец Мирьям, этот камень, который напоил их воды в течение всей этой годы. А тогда еврейский народ поднял бунт. Без вода человек не может выдержать больше, чем один день. Они подняли целый скандал, целый пункт против Моше и Аарон, что он с нами будет. И тогда была вся эта история, которую Бог сказал Моше, что он должен приказать, камень, и он его ударил посохом. А здесь, когда умер Аарон, Аарон, брат Моше, когда умер Аарон, тогда ушли от них облака кавод, ананей кавод, те облаки, которые Бог предоставил ради почет. А тишина. Если бы они были сейчас под открытое небо без никакой защиты от дикие звери, от все остальные опасности, которые в пустыне Синай, они бы подняли бунт, такой же, как после смерти Мирьям. Мы не можем жить так. Невозможно, и действительно невозможно находиться в пустыне Синай. Но там была тишина. Почему? Ананей кавод, облаки кавод ушли. Но и без них можно было жить. И поэтому написано в Шулхан Арух, минимальное количество стен сука, чтобы сука читалась кошерно, это 2,5 стены. 2,5 считается уже 3 стены. Это в память
Три облака, облаков, которые они были для ради почета, ради комфорта, ради удовольствия. Не больше, чем этого. И вот по этой причине надо, и когда мы находимся в сука, об этом мы должны думать. Не о том, чтобы он нас защищал. Нет. Он защищал, это понятно, это однозначно. Но он настолько любит нас, сука символизирует его любовь к нам. Он настолько любит нас, что ему не было достаточно окружать нас четыре стены и защищать нас. Ему было важно, чтобы нам будет комфортно. И вот в честь памяти этот любовь, и в честь памяти это отношение к нам, мы делаем сука, и она символизирует именно этого особое отношение Всевышнему к народу Израиля. Придем сейчас к следующему вопросу наш. Это есть тогда Суккот. Об этом мы должны думать, когда мы заходим в Сука. Но как это все связано с особой радостью? Почему именно Суккот заслужил, что в Торе упоминается три раза, как мы сказали, что надо радоваться в этом празднике? Этот элемент уже связан и с жизнью нашей предки в Израиле. Сегодня, когда мы хотим иметь дома любой вид урожая, фрукты, овощи и другие вещи, мы идем в магазин и покупаем. А наши предки, они достигли этих вещей совсем другой путь. Они должны были сами работать, обрабатывать земля, и сажать, и сопровождать, а потом собрать урожай. Время сбора урожая, это уже было время, когда можно было, как сказать, успокаивать себя. Слава Богу! Целый год работали, теперь у нас уже есть результат, есть итог нашей работы. Мы собираем урожай. Процесс сбора урожая был связан с три праздники наши. Праздник Песах, в нем Ялкут Шимони, в Медраш об этом говорит. В праздник Песах мы начинаем сбор урожай. Но в это время мы очень переживаем. Мы еще не знаем, какой результат будет. Человек, когда он переживает, когда он еще не знает, есть итог, есть хороший итог своей работы или нет, в это время он не может разрешать себя, расслабиться, наливать себя лехаим, хороший, дорогой вино, наслаждаться и сказать лехаим, я доволен, сису весимху, я могу радоваться. Нет, он еще не знает, что будет. Поэтому во время праздник Песах, в Торе вообще не написано слово «Весамахта». Во время праздник Песах Тора не пишет нам слово «радость». Тора знает, еще не время, мы еще не готовы радоваться, мы переживаем сейчас. Начинается сейчас сбор урожай, а мы все переживаем, как будет выглядеть наш урожай в итоге, когда у нас он будет. Праздник Шавуот. В праздник Шавуот мы завершаем сбор урожай. И начинаем сбор фрукты. Поэтому в праздник Шавуот мы можем уже успокаиваться. Урожай, овощи и других видов урожай у нас уже дома. У нас уже в склад. Но мы еще переживаем, что будет с фрукты. Какой там результат будет. Поэтому в Шавуот написано в Торе только один раз радоваться. Но когда наступает праздник Суккот, это итог сбор фруктов домой. Итог сбор фруктов домой – это радость. Это настоящий покой и настоящее расслабление. Все уже. Слава Богу, есть счастливый итог нашего труда, который мы работали и трудились долгие-долгие месяцы. Мы смотрим с огромным удовольствием в нашей склады или как раньше и в погребе люди сохранили своих фруктов и овощи. Смотрим туда и с огромным удовольствием говорим, вот слава Богу получилось. Когда человек уже спокойный, когда он доволен результатом своей работы, он тогда открывает бутылку вино и он готов сделать лехаим. Вот поэтому тогда это действительно время нашей радости. Мы уже готовы радоваться и в результат то, что мы достигли, и благодарить Всевышнего за это. А тут
מיסטר צ'יים, מנניה רבי עקיבא. מי הוא פמנה לי מנניה רבי אליעזר? שתוק הקדף תורה נפיסני בסוכות הושבתי, יא פסדיל וס ויא פסדיל ושי פרט כסינם יזרעאל, פסוכות תפוסטני סיני אשטונס כזל, רבי אליעזר, שתמיד יש לדומה את הענני כבוד, אבלה כפצ'וטה, כתובה, פקריבה לי נאסי פרילסתיו לי נמקמפורט. רבי עקיבא אימץ השם דרוגו ימנני. רבי עקיבא גברית מין יזדיס נהיים אין וידו, אבלקה, אבלקה. ודאי תשתו מהם יבידו, נסתיה שי שלשי. נשי פרטקי דלי לסיביה נחדיה פוסטיני סיני, אני סיביה דללי, אני סיביה דללי שלשי, שתו נכבודית. כדי ז'ית, כגדלו דעניין, נזנאי תניתות נברי מן העברי מן הזיס, שאו ומי אני בויז'ניה, אני נסטרויית נסתיה של ז'ליו, אני נסטרויית ורי מן הז'ליו, שלש כתור מוש דיבור הסבירת ביסטרה איתי דלשי. איתקי וית שלשי פסטרוי לסיביה נשי פרטקי פוסטיני סיני. יגברית רבי עקיבא תק, יתא אביסניאית ספיציאלנה אוג'ין קרסיבי אביסניאניה, דיות רשבם רבי שמואל בן מאיר, את אבנוק רשי, תושב בלבולשוי מודרץ. יגברית כקדם מסידים, אי סודבולסטה מסמוטרים אנשי דסטיג'ניה ורבותה. המסמוטרים הפולני סקלדי פריקרס נחפרו כתב. כדי תפסרצה דחודי צ'וסטווה. וואו, קקי ממלצי. מגברים לחיים, זווס, נא? שאתה קקי ממלצי. את הניחשו, את הממלצי. כתוב לגסלב לאל נשא ידיאלה. עם רזולטת שיבו מדסטיגלי תקאי הדסטיג'ניה. תול קו רזולטת בלגסלבי נפסי משנרו. קק מן הפמיניים סיביה. מי זכוד עם שלש. את השלש נפמיני את השיבו מנת שלי. כגדת של הרק פומנית, כדי בלעי וטוצ'קה, נצ'נה אישי טוצ'קה, אוני כגדן יבודית גורדי. אז פמינה את שיבו או נצ'נל, אגדי און סיצ'ס, יום פנים מיית, שאתה באון סם נימוג, און סם נימוג דסטיגת, תקוי ויסוקי דסטיג'ניה. את הטולקה בלגדריה פדיר שקף סיבישנו. איפה אתם מור? כגדה של אבק ויכולת איזדור, סידיטיב, שטיור כתורי און יפסטייאני, כגדה סילני ויתר און שטה יצא, כגדה סילני דוץ' און פרפוסקאית אי דוץ'ט. יתה איבון הפמינת שיבו מינת שלי, מביש לי איזה גיפת. רבמי מבילי ופרעוני וגיפת, הפתום מסורק לבילין הפוסטניה, און הסנית שיבו ניבילה. מז'יל יפתקוי בדנין כי אישה לשי. עשי צ'סלב הבוגה, מסבירה עם רז'י, אם ידבול נעיתוג נשוי רבותה, ונעסיס נשי פריקרסני דסטי ז'ניה. נועת הנפמינה את נס, דרוזיה, את הנביא, את האון, מי סידים פסוקה, אם מפומנים למען יידעו דורותיכם גברית נם רבי עקיבא. שתו וזנה לי וזנה לי ואפסיך פקלניה, פומניתי יעתי סוכות, כתור ובניך סידיה לי פוסט לי זכו לי זיגיפת. יהיה תבול את נפמינני עד לבס איסי צ'אס, כגדה וסלאבה בוגו דסטיגלי ובס יסטרדס ובס יסטיג'ניה וזה פומניתי, שתו את אני אביא את הסיום בלגדריה, בלגסלוויני אפסי בישנה. תקו נסו שיסט דווה מנניה, מנני רבי לזר, כתור מפדרום נפנימיים, שתור את שני אידיוט, אפסי אסיים הבלקוב נוטול כעתי כתור הפרידסתה ולינם קמפורט, אם אינה את הנה שיעשו בבלגדרנס, מפנים מים פצ'ימו רדה וצה, פסקול כעת אברמיה, סבור פרוקטב, אברמיה כקדם ממוז'ם רדה וצה, ונסיס פריצ'ינה רדה וצה, היא, ונסיס נניה רבי עקיבא, שתו אם אינה ואת האברמיה, כקדם מדז'ני רדה וצה, את אני רדה סטרדי נשי ליצ'ני דסטיג'ניה, ואת הרדס כתורי פיריפולין בלגדר נסיבי שנמו, בלגדריה כתורבה, מדסטיג לי, אתו רזולטט כתור סיצ'ה סונס פולנס קרדיס פרוקטי. נשתו בולית סנמי, יאובינו שסרידי תיקתור רוצ'סטווית, סרידי זריטלי, נשא ואורוקה, בלשסטבו נפרזנבי סיצ'ה ספרזניק סבור פרוקטי. אני פרוסט העידות נבזרי ובירה את סיבי פרוקטי. הקקטקטה מדז'נה את דפולנית סיבי הרדסט, הבאת דברי מיינה שהרדסט. קק וירז'ה יצא,
у нас особые чувства. Здесь мы возвращаемся к наш вопрос. Почему именно сейчас, после Йом-Кипур? Сразу после строгих дней, сразу мы прыгаем на радостные дни. Почему именно сейчас? Самая большая радость у человека, это когда он, у него первый раз не получилось, но он смог справить себя. Как вы считаете? Вы считаете, кто должен больше радоваться? Человек, который родился богатый, он получал в наследство от своих родителей большая сумма денег, и он никогда не переживал. Или человек, который начал свою жизнь, как большинство людей, без ничего, а спустя какое-то время он работал, и слава Богу, Бог его благословлял, и он может сказать, что он, слава Богу, богатый и обеспеченный человек. У кого есть большая причина накрыть стол и сказать «Лехаим» и быть благодарен Всевышнему? Тот, который получал в наследство и не трудился на этого, или тот, которого у него ничего не было, и сейчас, слава Богу, он может этого отмечать. Безусловно, я уверен, что вы со мной согласны. Тот, которого у него ничего не было. И он сегодня достиг этого достижения, он имеет настоящую причину радоваться. Его радость, она настоящая радость. Это радость, которая символизирует подъем. У предыдущей не было никакой подъема, всегда был там. Самая большая радость, это когда мы были на низкое место. Бог нам помог, мы смогли подняться выше. Это то, что был с нами в этом период времени. Начиная из месяца Элул, мы пытаемся разбираться с нашей недостатки. И все мы грешили целый год, мы совершали многие ошибки, и целый месяц Элул мы над этим работаем. Целый месяц Тишрей мы над этим работаем, в Рош ха-Шана, в 10 дней раскаяния, в Йом-Кипур. Йом-Кипур во время молитвы Нейла, мы радуемся, мы благодарны Всевышнему, что Он принял нас к себе. Мы испытываем большой подъем. Мы были на очень низкий духовный уровень. Сейчас мы на очень высокий уровень. Эти дни между Йом-Кипур и Суккот, как мы начали, эти дни, которые в них вообще нет счет грехов. Мы все чистые, мы все цадиким в это время. И это и причина на радость. Это настоящая причина на радость. Причина на радость, это когда есть победа. Когда ты боролся и достиг победы, это причина на радость. Когда Бог ставил перед тобой испытания, и ты все равно у тебя получилось, это причина на радость. И у нас есть причина радоваться. Мы молились месяц Элул, мы молились Рош ха-Шана, мы исправили себя в 10 дней раскаяния, мы пришли в Йом-Кипур готовы, мы соблюдали посты в Йом-Кипур, молились в Йом-Кипур, и к исходу Йом-Кипур мы вместе пели марш с уверенности о том, что Всевышний принял нас, подписал нам в книге жизни и дал нам хорошего и сладкого года. Поэтому сразу после Йом-Кипур, что мы должны делать? Время нашей радости наступает. Как заканчивается Йом-Кипур, мы сразу начинаем планировать праздник Суккот. Поэтому это самое подходящее время. Мы спросили, при чем сейчас Суккот? Сейчас время, вроде бы были строгие дни. Именно поэтому, как после того, что были строгие дни, и мы, слава Богу, прошли эти строгие дни правильно, и мы делали все правильно, мы достигли полной любовь Всевышнего к нам во время молитвы Нейла, теперь, друзья, можно праздновать. Теперь, друзья, надо праздновать. Тора нам говорит три раза радоваться. Всегда, когда были такие непростые времена для еврейского народа, Ребе сказал, «Ки весимхо сей цей он». Благодаря радость вы будете выходить от всех непростых ситуаций. Будет лично сейчас говорить, как ситуация сейчас непростая.
Сердце разрывается посмотреть, что происходит на святом земле в Израиле сейчас. Столько людей болеет, они находятся в полный карантин, в такие светлые праздничные дни, как Суккот. И в остальные места в мире не все так просто. Мы должны строго соблюдать правила карантина, чтобы защищать здоровье всех близких и всех членов общины и так далее. И когда наступает праздник Суккот, мы получаем от Всевышнего самый сильный инструмент, как избавиться от этого непростого времени, как победить это непростое время. Просто радоваться. Когда мы будем радоваться, это радость наш и благодарность Всевышнего вытащит всех нас от этой непростой ситуации. И у нас будет по-настоящему еще одна причина радоваться. Я желаю вам всем Хаг Суккот Самех. Радостный праздник Суккот. Исполняйте заповеди Суккот на самый высший уровень. Кушайте в сука. Читайте с воскресенья и дальше благословения на четыре вида растения. Если у вас нет, идите до синагоги, там вам дадут с удовольствием произносить благословение на четыре вида растения во все дни праздника Суккот. И самое главное, радуйтесь. В это время можно черпать радость. И в это время праздник Суккот у нас есть особая поддержка от Всевышнего, чтобы мы могли действительно радоваться. Это же нелегко радоваться, да? Вдруг встать и сказать, я хочу радоваться. Нет, это так трудно радоваться. Но в эти дни получается. В эти дни дается нам особая поддержка радоваться. И эта радость будет нам дарить не только радостный праздник, она будет нам дарить радостный год. А еще очень важное напоминание всех мужчин, которые слушают нас. Важные заповеди в Тора перед каждым праздник купить подарок жена и детей. Поэтому идите завтра, дорогие мужчины, купите ваши жены красивый подарок в честь праздник Суккот и добавьте в радость вашей семье и добавим в радость по всему народу Израиль. И эта радость из Божьей помощи решит все проблемы, которые окружают нас сейчас. И у нас будет по-настоящему Хаг Суккот Самех. Спасибо вам за внимание.